не должны. Говорят, большое лучше видно на расстоянии. Полагаю, касается это не только реальных объектов, но и тенденций, прослеживающихся в тех или иных случаях. Давайте попробуем вместе взглянуть на игровой отрезок длиной аж в 4 матча, который прошел футбольный клуб «Динамо» за последние дни. Посмотрим и попробуем увидеть нечто большее, чем просто череда игр с самыми разнообразными результатами. Это видеоблог «Динамо СПБ». Выпуск номер 4. Начинаем. Для начала стоит определиться еще и с тем, что нашу картину мы будем рисовать крупными мазками, не прорабатывая детали и не фокусируясь на мелочах, которые в ином случае, возможно, и были бы весьма важны. Тем более, что, как и прежде, наша медиакоманда оперативно готовит материалы для вас по каждому проведенному матчу. И с ними, при желании, можно ознакомиться в официальной группе футбольного клуба «Динамо» ВКонтакте. И, как и договорились ранее, давайте сделаем пару шагов назад и взглянем на первый матч этого цикла. Матч против команды «Нева Лигирус», который состоялся 20 июня на стадионе Центра физической культуры, спорта и здоровья Василеостровского района. Чем примечательна эта игра? Во-первых, это был самый результативный матч команды, сыгранный в рамках чемпионата и Кубка города на тот момент. Во-вторых, бесспорно первый тайм той встречи команде удался на славу. Именно в первые 45 минут динамовцы забили трижды, продемонстрировав тем самым лучшую скорострельность. Возможно, кто-то скажет, что этот первый тайм вообще был лучшим в исполнении команды в сезоне. Спорить с этим не стану. Лишь отмечу также из очевидных плюсов удачную игру Олега Закарлюкина, отразившего пенальти, и скажу, что забитыми мячами у нас отметились Марк Краснов и дважды Александр Белевский. Правда, придерживаясь все того же правила и масштабируя воспоминания, оценивать матч необходимо целиком. А значит, нельзя не упомянуть и о сложностях, с которыми столкнулась команда во второй половине встречи. Здесь и тот самый пенальти, назначенный в ворота бело-голубых, и 4 горчишника, полученные динамовцами, и 2 пропущенных мяча, да и в целом сложная концовка игры. При этом команда внесла 3 очка в турнирную таблицу, а болельщики, я уверен, смогли насладиться хорошим, ярким и зрелищным матчем, первым из 4 в нашем обзоре. Второй игрой данного отрезка стала встреча в рамках розыгрыша Кубка Санкт-Петербурга с командой СТД Петрович в 1/8 финала. Для начала разговора об этом матче предлагаю вспомнить, каковы были ожидания до стартового свистка. Вячеслав Родин, у нас студия перед игрой «Динамо» Петрович. Вячеслав, первый вопрос. Какие впечатления перед игрой с Петровичем? Здравствуйте. Сегодня мы подошли в максимально боевом составе. Я надеюсь, что должны выполнить установку. Если выполнят, и надеюсь, что свое преимущество мы воплотим. Исходя из того, как развивались события в этом матче, особенно в первой половине встречи, наверное, стоит сделать вывод, что игроки услышали тренерский штаб и воплотили в реальность задуманное Юрием Сергеевичем и Вячеславом Эдуардовичем. В этот вечер в итоге отличное настроение было как на тренерской скамейке, так и у игроков на поле. Все получается, 4-0. Твои впечатления от первом тайме? Впечатления хорошие. Забиваем свои моменты, это радует. Партнеры дают хорошие передачи, стараемся как можем. Поэтому так очень. Очень...
Комфортное преимущество в счете позволило пойти на серьезные изменения в составе по ходу встречи. Тем более, что регламент это позволяет. К 65-й минуте из старта незамененными остались лишь Александр Сальманович и Антон Василенко, доигравшие матч в итоге до финального свистка. Сергей Кириллов на 80-й минуте сделал счет уж совсем неприличным. А потому, наверное, мяч, пропущенный за 5 минут до истечения основного времени матча, не слишком изменил то самое отличное настроение. Команда поблагодарила собравшихся на трибунах болельщиков и отправилась готовиться к следующей игре. Наиважнейшей игре, наверное, с главным соперником в борьбе за титул. Максимальная концентрация и максимальный настрой были очевидно заметны на лицах игроков в преддверии старта матча с футбольным клубом «Звезда». Эмоциональное напряжение буквально ощущалось физически. Ну, я думаю, сегодня будет игра, конечно, тяжелая. Нужно догонять «Звезду». Думаю, будет игра упорная, но, думаю, победа будет за нами. К сожалению, после финального свистка результат был иной. Не в пользу нашей команды. Но в оценке самого предстоящего на тот момент матча Олег, конечно же, не ошибся. Игра действительно получилась тяжелой и упорной. И совсем не такой результативной, как игры первой части этого выпуска нашего блога. Исход встречи решил один точный удар. Удар, совершенный игроком «Звезды» Артаком Абраамяном на 23-й минуте. Мяч ударился о газон и скользнул в сетку у самой штанги ворот, защищаемых Олегом Савченко. Сказать, что «Звезда» забила случайно, однозначно нельзя. Сказать, что «Динамовцы» не могли сравнять счет, тоже будет неправдой. Моменты и полумоменты были, но счет не изменился. В перерыве команда обсудила случившееся, а тренерский штаб внес коррективы в игру сразу после перерыва. Только внимательные, такие мы все, ну, расслабленные, как будто у нас ни желания, ни настроения не отыграть. Так это выглядит со стороны. Не-не-не-не-не. Пас насквозь, прям сразу штрафную все. Начался, он опаздывал, ты быстрее бы ты мог принять и быстро срезать штрафную. Ну, плохо, я понял. Она же прошла. Вот и все. Больше не надо ничего. Сальманом, когда там Сальман. Ну там нормально он давал. Вместо Клюйкова и Краснова с 46-й минуты в игру вступили Кириллов и восстановившийся после повреждения Косенко. Частичная смена исполнителей повлияла на то, как разворачивались атаки «Динамо». Но в целом не изменила хода встречи. Бело-голубые старались контролировать мяч, создавая атаки через фланги. Молодые же игроки «Звезды» раз за разом искали возможность забить в быстрых контратаках. Кто в итоге был ближе к забитому мячу, не знаю. У «Звезды», например, мог сделать дубль Абраамян, но пробил в крестовину. Очевидный момент запорол вышедший на поле в концовке Антон Брусникин. В общем, моменты были. Но счет остался неизменным. ...0-1. Победу одержала «Звезда», упрочив тем самым свою лидирующую позицию в турнире. А потому расстройство и разочарование игроков команды вполне понятны. Проигрывать всегда неприятно, тем более главному конкуренту. Однако, говорят, без поражений не бывает побед, а поражения лишь закаляют сильных. На игру против команды «Спортивная школа номер 2» Васильевского острова, «Звезды Северо-Запад» игроки «Динамо» вышли очевидно заряженными. Поддерживаемые болельщиками, бело-голубые взялись за дело сразу. Уже на второй минуте счет открыл вышедший на этот раз в старте Сергей Кириллов. Выход один на один почти с центра поля и точный удар в самый угол из-за пределов штрафной. Второй гол в этой встрече также был забит игроком «Динамо». Правда, в свои ворота.
После подачи углового неудачно сыграл Александр Сальманович. Правда, команду этот эпизод не демотивировал. Уже через несколько минут мяч вновь побывал в сетке ворот соперника. Очередной угловой, подача Максима Клюйкова, борьба, и первым на отскоке оказывается Павел Белокуров. Сильнейший удар с лета и красивейший гол в исполнении молодого полузащитника «Динамо». А после – перерыв. Обстоятельный и предметный разговор с тренерским штабом. Давайте одного из центральных защитников. И второго, 50, перекрывать либо Сальман, либо Паша, ну, либо Ревка. И туда загонять, контролировать. Но контролировать вы должны, Паш, за счет центральных хаов. А вы взяли момент, просто оставили нашу четверку защитников одних. И все тройку убежали, даже Левка убежал и вперед. И вторые 45 минут встречи, в которых, к сожалению, результативных действий зафиксировано не было. А с другой стороны, почему к сожалению? Победа со счетом 2-1 над хорошим соперником на его поле, чем не повод для радости. Если же смотреть масштабно, так как мы и договаривались в начале, то в трех из четырех игр были добыты победы. Команда вышла в 1/4 Кубка Санкт-Петербурга, а общая разница мячей в этих встречах плюс 6, при 11 забитых и 5 пропущенных. Вроде бы неплохо, даже хорошо, но... Куда же без этого «но». К сожалению, в турнирной таблице в строке «Динамо» исчез последний ноль. Первое поражение в чемпионате. Да еще и от прямого конкурента. Очень неприятно. Однако, стоит ли унывать? Можно ли уже сейчас вычеркнуть футбольный клуб «Динамо» из числа претендентов на первое место по итогам турнира? Наверное, нет. Тем более, что не унывает команда. Не унывает и тренерский штаб, что и было наглядно продемонстрировано в последнем матче этого выпуска нашего блога. И в завершении я уже по традиции напоминаю, что Санкт-Петербург – большой город. Город, в котором любят футбол. Город, в котором в футбол играют. Помните об этом. Приходите на матчи, в том числе на матчи футбольного клуба «Динамо» Санкт-Петербург. До встречи!